Добрый день, я капитан команды Stella Systems, Литвин Алексей. Как вам удалось компенсировать потери в составе в этом сезоне? Ну, у нас пришли несколько новых ребят, которые укрепили нас. Ну и, наверное, тактика больше. Как оцениваете уровень новичков? Хорошо, если мы выиграли первое место, обыграли геймлог в последнем туре. То есть каши не испортили, считаете? Ну, да, я думаю, что мы улучшаемся с каждым матчем. А вот куда подевалась символическая поддержка, которая в том сезоне давала вам активный заряд энергии? Я обязательно это интервью покажу нашим девочкам, которые не ходят, чтобы они нас поддержали в очередь финале. Спасибо большое. Спасибо вам.